как обеспечить себе финансовую подушку безопасности, сохранить и приумножить капитал и инвестировать часть своего ежемесячного дохода в инжиниринговую компанию «Sovelmash». Мы строим в России проектно-конструкторское технологическое бюро, где будут разрабатываться электродвигатели по уникальной запатентованной технологии «Славянка». ПКТБ практически построено и по плану будет введено в эксплуатацию уже в 2024 году. Сейчас вы можете стать совладельцем инновационного предприятия, чтобы в течение ближайших лет начать получать доход от своих инвестиций. Одно из главных преимуществ этого бизнеса – технология совмещенных обмоток «Славянка», которая применяется в электродвигателях. Автор технологии – русский инженер Дмитрий Дуюнов. Ему удалось совместить в одном асинхронном электродвигателе два типа обмоток – звезду и треугольник. В традиционных моторах используется только один тип обмотки. «Славянка» делает электродвигатели намного более энергоэффективными и надежными, чем все существующие в мире аналоги. Из одинакового количества сырья вместо трех классических моторов можно изготовить четыре совмещенными обмотками. Такие двигатели разрабатывает лишь одна компания в мире. Это «Sovelmash». Услуги компании востребованы, потому что они решают глобальные экологические и экономические проблемы. Многие страны ужесточают требования к электродвигателям с целью экономии энергии. Но чем выше класс энергоэффективности классического мотора, тем он больше и дороже в производстве. Как быть производителем двигателей и техники? Полностью перестраивать производство, закрывать его, нести убытки? Выход – обратиться за помощью в компанию «Sovelmash», которая разработает двигатель с нужными характеристиками и поможет наладить его производство. Мы строим ПКТБ «Sovelmash» на средства множества частных инвесторов. В 2017 году стартовал проект двигателя Дуюнова, в рамках которого компания Solar Group организует народное финансирование строительства. Более 64 тысяч человек со всего мира стали инвесторами и совладельцами инновационного бизнеса. Представительства Solar Group открыты в 28 странах. Компания «Sovelmash» стала резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», получила земельный участок и разрешение на строительство проектно-конструкторского технологического бюро. В конце 2020 года начала строительство и уже завершает его сейчас. Получила более 20 патентов, оборудовала современную лабораторию для испытаний электромоторов, разработала с нуля и выпустила первые двигатели со «Славянкой». Сотрудничает с партнерами в Китае и готовит серийный выпуск электроинструментов со встроенным приводом собственной разработки. Три разработки «Sovelmash» вошли в топ-10 лучших инноваций форума «Армия-2022» и были представлены на выставке «Электротранс». О компании регулярно рассказывают авторитетные СМИ России. Forbes, Business Excellence, телеканал «Звезда», РБК и другие. Как вам заработать, будучи инвестором проекта? Сейчас вы приобретаете инвестиционные доли Solar Group. Стоимость долей намного ниже, чем будет после завершения финансирования проекта. Позднее доли будут обменены на акции «Sovelmash». Вы будете получать доход от прибыли компании в виде дивидендов или от продажи своих акций, которые вырастут в цене. Чтобы стать совладельцем «Sovelmash», купите пакет инвестиционных долей на сумму от $500 по курсу в рублях, которую можно оплатить как единоразово, так и в рассрочку. Для этого зарегистрируйтесь в личном кабинете по ссылке в описании к этому ролику.